Всем привет! Базилик берем свежий, моем и обсушиваем листики. Добавляем чеснок. Он у меня продавленный через пресс. Добавляйте, если вы хотите порезать, то режьте и добавляйте так. Соль. Добавляем орехи. У меня кэшью в перемешку с фисташками. И тертый сыр. Когда вы меняете сыр на другой, то у вас меняется вкус. Также, если вы замените эти орехи другими, то тоже вкус поменяется. Теперь остается добавлять только масло до той консистенции, которую вы захотите. Мне достаточно вот такой густой консистенции. Не забудьте обязательно проверить соль. Если хотите, можете также добавить лимонный сок. Спасибо, что смотрели это видео и готовили сегодня вместе со мной. Благодарю вас за лайк и подписку ко мне на канал. Приятного аппетита!